Ребята, меня зовут Джонатан. Я сегодня буду бегать в Трансильвании. У меня здесь родственники. Ну и также полетаю на вот этих вот классных штуках. Так вот, у меня здесь родственники. Семейка привидений. И у них есть дядя Франкенштейн. Так вот. Он постоянно меня с кем-то путает и хочет съесть мои мозги. Вы представляете? Что мне делать? Придется бегать от дяди. О, отдай мозги! Ну, дядя, ну какие мозги? Ну что ты меня путаешь вечно со всеми? Я же твой родственник. Монетки хочу пособирать. Я здесь еще не бегал. Прыгнул. Отдай мозги. Ну какие мозги? Ну ты что? Я же твой племянник. Хватит уже. Постоянно меня с кем-то путает. И хочет забрать мои мозги. А я хочу здесь побегать. Пособирать монетки. Сколько монеток? А сколько поездов? Круто! Классно, у меня метла! Ребята, посмотрите, что я могу вытворять на ней! Так, ой-ой-ой-ой-ой! Отдай мозги! Ну, мозги отдай, а? Вот приставучий! Ну, сразу видно, это же Франкенштейн! У него вместо мозгов опилки! Вот и путает меня с кем-то! Отдай мозги! Дай мозги! Отстань! Ну отстань от меня уже! Ребята, вы представляете, какой он надоедливый! Кстати, я же в Трансильвании, ребята! Мне нужно тут собрать! Отдай мозги! Дай мозги! Ну отстань ты! Отстань уже! Вот протел. Отдай мозги. Да отстань-то уже. Ну хватит. Монетки. Отдай. Ну дай мозги. Хватит уже. Ну дай мне. Скоро Новый год. Я хочу насобирать монетки. На подарок своим друзьям. И родителям. Дай мозги. Отстань уже. Какой он надоедливый, этот дядя Франкенштейн. Надо сказать папе, чтоб он ему рассказал, чтоб он меня с кем-то путает. Вместо того, чтобы бегать. Дай мозги. Хватит уже. Вот приставучий. Ребята, вы представляете, как он мне надоел. Я приехал сюда пособирать золотые монетки, покататься. Это же Subway Surf. Опля. Ой. Пошли мозги. Ух ты ж как, смотрите. Бонусный уровень у меня, ребята. Это же бонусный уровень. Ух ты, какая у меня классная метла. Какая скоростная. Классно. Супер. Обожаю тут бегать, летать и прыгать. Коробочек нашли. Какие быстрые здесь поезда. Я прыгаю то с одного поезда, то на другой. Собираю. Отдай мозги. Вот, ну какой же он приставучий. Отстань. Да отстань ты уже. Франкенштейн, ты что? Вот дяди пошли, не узнают своих родственников. Да уж, вот и тогда. Прыгаю. Ого, ребята, посмотрите, сколько монеток я собрал. Здорово, просто супер. Ракета, лечу. Лечу, бэу, прыгаю. Ух ты, магнитик. Ну теперь все монетки я соберу сейчас, ребята, вообще супер. Супер, ой-ой-ой.
мозги, дай мозги. Да ты что? Вот это да, ребята. Он бегал за моим братом. За моим братом Джонатаном. А теперь меня зовут Эдди. А этот дядя Франкенштейн постоянно нас путает. Непонятно с кем. Ух ты, вы видели, ребята, какая у меня крутая леталка. Волшебная. Опля. Она как магическая такая, в детали. Молнии всякие делает, здорово. Самое главное, чтобы этот наш дядя Франкенштейн не появился. Как он нам надоел. За мной бегает и за Джонатаном. Постоянно нас путает и хочет забрать у нас мозги. Ну потому что у него самого нет мозгов. Вот поэтому и бегает. Бегал бы уже, нет, бегай за нами. Ну ладно. Монетки, главное тут побегать. Ух ты, какая у меня штука классная. Такая классная. Вообще волшебная, приволшебная. Чего только... Так, ух ты, сколько монеток. Мне так нравится гостить у друзей в Трансильвании. Здорово. Опля, прыгаю. С поезда на поезд. С поезда на поезд. И монетки собираю. Здорово, так прикольно прыгать. Опа. Коробочек подарочный забрал. Ой-ой-ой. Отдай мозги. Отдай. Да отстань ты, Франкенштейн. Ну хватит уже, хватит. Это уже не смешно. Опля, вверх. Теперь у меня сейчас все очки умножаются на 2, ребята. Здорово. Как мне нравится. Ой-ой. Мозги, ну пошли уже, пошли. Так, а что это такое? Бонусный уровень опять теперь у меня. Бегу. Опля, прыгаю. Бум, все монеточки собрал. Вот это да. Ребята, я же забыл сказать. Вам Джонатан сказал. Скоро Новый год. Мы собираем монетки, чтобы поздравить и купить подарки. И поздравить всех своих друзей и всех своих родственников. А вы не забыли купить подарки? Ну, правда, еще рановато, но все равно. Вы должны подготовиться и поздравить всех своих друзей и родственников с Новым годом. Такой классный праздник, мы обожаем Новый год. Сейчас я насобираю, ребята, куча монеток. Куплю всем подарки, все останутся довольны. Мне так нравится дарить подарки своим друзьям. Знакомым ключик. Так, собрал. Ключик собрал. Здорово. Ну ладно, раз зима уже настала, ребята. Тогда я буду вас всех поздравлять. Ой. Ой. Отдай мозги. Дай мозги. Да хватит уже, ну хватит. Я хочу ребят поздравить с Новым годом. Ну, с наступающим. Ребята, с наступающим вас Новым годом. Остался ровно месяц до Нового года, потом Новый год. Классно, ёлка, подарки, праздники, фейерверки, красотища. Ух, как у меня только что поднялось еще больше настроения. Я собираю монетки, и у меня такое классное настроение. Если бы только вот этот дядя наш, Франкенштейн, не портил его. Бегает за нами. Мозги. Ну надоел уже. Такой надоедливый. Прыгаю. Так что, ребята, вас с наступающим Новым года. Всего-всего вам. И не забудьте поздравить всех моих друзей.
нет, монета, как насобираю. На вот этой своей классной штуке. Понакуплю всех подарков. Здорово. Продаю. Ух, какая она у меня классная. Монетки-монеточки. Ого, сколько. Здорово. Ребята, если вам нравится, как мы тут с Донатаном бегали, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, не забывайте. Мы еще много сделаем для вас классных видео, которые вам очень понравятся. Опля. Бегу. Отдай мозги. Да отстань уже, ну хватит. Мозги. Монетки? Монеточки. Ну ладно, ребята, я побежал за подарками. Если что, заходите на канал.